слитное и раздельное написание не с причастиями. Внимательно прослушай правила. Не пишется раздельно. Первое. С краткими причастиями не прочитано. Второе. С полными причастиями, при которых есть зависимые слова. Не сделанное мною задание. Третье. Когда есть или подразумевается противопоставление с союзом «а» – не написанная, а напечатанная работа. Четвертое. Когда «не» входит в состав усилительных отрицаний. Далеко «не», отнюдь «не», вовсе «не», ничуть «не», отнюдь «нерешенная задача». «Не» пишется слитно, с полными причастиями. Первое. Если при них нет зависимых слов и нет противопоставления с союзом «а», не сделанное задание. Второе. Если причастия без «не» не употребляются, ненавидевший ложь. Орфограмма номер 54. Применяя данное правило, рассуждай так. Незамеченная мною ошибка. При полном причастии замеченная есть зависимое слово «кем?» «Мною» значит «не». Здесь следует писать раздельно. Незамеченная мною ошибка. Трава не скошена. Краткое причастие «не» раздельно. Непогасший костер. Нет противопоставления и зависимых слов «не» слитно. Ничем не нарушаемая тишина. «Не» входит в состав усилительного отрицания. Ничем не раздельно. Нерешенная, а только начатая задача. Есть противопоставление «а». Нерешенная раздельно. Раздельное написание «не» с деепричастиями. Внимательно прослушай правила. Частица «не» с деепричастиями пишется раздельно. Не глядя. Не думая, не ведая, не пишется раздельно с деепричастиями. Некоторые деепричастия без «не» не употребляются, поэтому пишутся с «не» слитно. Негодуя, невзирая, недоумевая, ненавидя, не пишется слитно, так как слова без «не» не употребляются. Орфограмма номер 56. С порядковыми и количественными числительными частица «не» пишется раздельно. Не пять, не сотый. Запомни, что «не» пишется раздельно со словами, которые пишутся через дефис. Не чуть-чуть. Главное условие правильного выбора написания «не» – определение части речи. Только после этого можно применять правила о написании «не», то есть определение того, чем «не» является – приставкой, частью корня или частицей. Частица «ни», приставка «ни», союз «ни-ни». Частица «ни» со словами пишется раздельно. Приставка «ни» является частью слова и поэтому пишется слитно. Лишь в косвенном падеже отрицательных местоимений с предлогами она пишется раздельно. Кругом ни души, раздельно. Нигде, никуда, ниоткуда, слитно. Ни о ком, ни с кем, в три слова. Устойчивые сочетания, которые пишутся с «ни» и не разделяются запятыми. Ни жив, ни мертв, ни встать, ни сесть, ни свет, ни заря, ни рыба, ни мясо, ни пуха, ни пера. Запомни. Эти словосочетания пишутся в шесть слов. Во что бы то ни стало, как ни в чем не бывало. Повторение. Прослушай еще раз раздел «Частица».